Челябинске состоялась премьера фильма «Капитан Немо». Фильма о капитане погибшей хоккейной команды «Локомотив», прекрасном игроке и человеке с большой буквы. Посмотреть фильм, оценить масштаб личности и пережить историю жизни Ивана Ткаченко пришли руководители и хоккеисты «Трактора», игроки «Челмета», «Белых медведей» и воспитанники одноименной школы. Фильм про всю команду, и Иван был капитаном, конечно, и там многие ребята, которые покинули нас, замечательные ребята все, без исключения. Конечно, со многими довелось мне играть, и многие наши земляки, конечно, Челябинска, из Магнитогорска. Да, это как бы все факты из жизни, это документальные фильмы. Очень приятно, хотелось бы поблагодарить тех людей, которые вложили свой труд. Тяжело, конечно, смотреть этот фильм. Я знаком, ну, не с многими, конечно, но человек 5 знал хорошо, да. Тот же Сашка Калянин, только положительное могу сказать о нем. Точно так же был всегда отзывчивым, улыбался постоянно, с хорошим настроением. Насколько я его помню, учились вместе в школе, играли там, ну, он у меня на 2 года постарше. Всегда его помню точно таким же, вот, можно сказать, как и про Ткаченко, да. Стефан Лив, это вот вратарь, мы с ним еще и были в Сибири, играли в Сибири.